27 июня 2017 года. Вот девочки собрались идти на уборку брата Никиты Колесникова дома. Кто с улыбкой, а кто с унынием. Вот сестра Наталья у них за старшего. Не знаю, как Сергей привезет их. От него зависит тоже. Лучше бы помогли ведро дотащить. Да, это точно. А мы и так поможем. Да, да. Давайте. Вот, спаси Христос. Вот заходим на территорию брата Никиты. Работы тут, конечно, много. Все, травой заросло. Вон Игнатий наш уже участвует в территории уборки. Репей выкапывает. Илья, не отвлекайся. Работай. Илья, отвлекаешься, не отвлекайся. Языком своим. А что вчера-то там не снимали, где? А уборкой занимались? Нет. А почему? А потому что у меня не было камеры. Да как не было, когда забежал, у меня стоит на столе, у меня не было. Не было. Большого не было. Такое редкое событие, показать, как все дети работают. А у меня не было. Вроде это ответ. Так, давай, работай. Красиво. На остальные просто вырвать, скосить можно. Хорошо, посмотрим дальше, что у нас тут. Как наши сестры. Костя, ты уже сбегаешь? Нет, я лестницу подметаю. Одна на крылечко, другая здесь. Наводит порядок. О, уже сели. Ну что это такое? Музыканты пойдем. Кубрики вытряхиваем. Бременские музыканты. Бременские музыканты. Ну что, брат, ты такое нашествие ожидал, нет? А что тут много тут сильно? Сонные музыканты. Так, что, давайте им работу, а то... Пожалуйста, нам. Андрюша, иди палку. Ты тебе бери палку. Виктория, тряси. Девочки, столы, все протираем пыль. Подоконники, все это. Давай. У меня отобрали. Брат Никита, кухня. Вот. Его, я не... Так, один туда на окно, другой туда. Сюда стал. Давайте сначала вот на лавке надо, чтобы... Леонида, чтобы залезть на окно, протри вот сначала лавочку. А то ты коленку не подступишь. Я в этом окно. Так, иди в ту. Раз. Я так, а ты еще одна тряпочка, еще было. У меня нет тряпки. Девочки, у кого нет дел? Вот. У меня есть Валерия. Валерия, подметать будешь там? Да, я залезу. Подметать будешь. Так, я сейчас пол подотру. Вот, Валерия, вон там еще тоже, он, заметили. Хорошо. Да, Микросиня, ты тут подметаешь или что? Подметаю. Молодец. Я тоже подметаю. Так, девочки вышли хлопать. Так, что, уже похлопали? Да, сейчас последний, давай. Давай посмотрим, как вы умеете. Степа, работай. Давай. Ну кто? Ну вы неправильно хлопаете-то. Вы что? В разные стороны надо разводить-то. Хлопок такой делается.
Двумя руками только. Ай, какие вы. Ну что, вы не умеете хлопать? Ну, неправильно хлопаете-то. Тоже сойдет. Да, тоже так сойдет. Ну-ка. Мастера горе. Подожди, дай, дай. Дай я покажу. Смотри, Агния, берись. Бегу. Вот так, смотри. Вот так разводить. А, понятно. Спасибо. И натяжку держать, натяжку такая отставить. Ну, она видишь, она неудобная, она узкая. Потом переворачиваешь. Да, неудобно. Переворачиваешь и заново так проводишь. Блин, почему такие подсинграются? Ясно. Почему не убираются? Ну вот, вот такие вот они. Грязнули. Я спинка, папа. Для этого сестры нужны, чтобы исправлять эти недостатки. Так, водичка немножко смачивайте, так сбрызгивайте, только веник туда не суйте, в ведро. Что, это питьевое, его нельзя туда делать. Без водички, а потом просто вот. Питьевые ведра, веники не сувать, это все-таки питьевые. А то уже одни засунули. Есть у вас кадры девицы. Нет, не Фрося. Так, вот. Что это? Что это? Дельфинчики. Грязные. А куда? Ну куда спросить? Ну надо протереть, вон отдайте, он все там старше. Надо промыть хорошо его. Он же не с пола или с пола? Нет, не с пола. Пола? Нет, ну он там лежал. Я имею в виду протереть его куда-нибудь на стену, потом Никита сделает. Так, кучки заметайте, кучки. Кучку замело, следующий. Так, так быстрее будет, и меньше пыли будет. А то вы сразу к двери будете все подметать. Ну да, это есть. А мы здесь с братом Никитой стены отмывали сперва, потом белили их. То есть тут, тут работы много еще было проделано. Конечно, сестер не хватало в тот момент. Ага. Сестры бы по оси нашего все сделали. Вот тут даже у них, у братьев, график дежурств по дому сделано. Дробот Иван, Загуляев Тарас, Сергеев Николай и Устинов Степан. Вчера ходили сестры наши, готовили домик. Там у нас один тоже для приема гостей с Канады. Ой-ой-ой. Пыль столбом стоит у вас тут. Фрося еще там делает не по-детски. А вы зачем туда выметаете? Зачем вы? Фрося здесь подмела, вы заново все загадили. Вы надо кучки делать, а потом носовочек и ведро и выносить. Вот именно, я только-только там подмела. Заметай. А зачем ты это? Ну что ты, Софья? А потом надо быть туда выместать, а потом туда выметать. Это надо все в кучке делать. Да. Кучку тут сделали небольшую. Кучку сделали и потом раз... выбросили, ходили на двор. Просто здесь кучку делай и все. Кучку делай. Все. Одну. И потом уберешь.
Как тут все запущено, да, Прося? Если бы мы здесь жили, мама бы тут такой порядок навела. Да. Дом бы не узнать. Мама бы, ну, она бы с папой говорила, и новую крышу, обои тут все. Да. Ну, дом хороший, мне нравится. Мама у вас хозяйственная, конечно. Да, мама любит уют. Это вообще любая женщина любит уют. Мужчины им так попроще, лишь бы. Он Валерий рассказывал, что женщины любят уют. Говорю, а мужчинам попроще чуть-чуть надо всегда. Гвоздь колотил, повесил и все, на этом все. Я не знаю, что это. Это, наверное, мальчишек каких-то. Кто-то ходит без одного сапога. Вот у брата тут место писания есть даже. Они бывают неточные, это надо по Библии смотреть. Иеремия 26:13. Вот тут у него всякие картиночки есть. Медок. Кролики. Володя. Надо искать где-то их. Вот место писания у него. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. А где написано, не написано, да? А, мишки ползают. Вот. Дерева большие. Ну вот так вот. Слава Богу. Протирает снизу пыль, эту паутину собирает. Нормально. Ну, немножко пощекотит тебя, что ты уж. Ну, тут еще много работы. Брат Никита тоже взялся за свой двор. Трава быстро все везде затягивает. По слову Господню, волчьи тебни будет расти. Ваня, у тебя сегодня дембельский аккорд. Что? Дембельский аккорд у тебя, как в армии. Прежде чем уйти на гражданку с армии, они делают дембельский аккорд. То есть как, какую-то дают особую работу, он должен ее выполнить быстро, качественно, хорошо. И тогда может спокойно отбывать домой. Но это не везде так это. В некоторых бывает частях. Вот такая крапива выросла. Крапива называется жгучая. А рядом двухдонная вот эта вот. Клен. Ой, это не клен, вернее. Конопля растет. Вон какая высокая даже уже. Скоро до крыши туалета дойдет. Все. Иди еще тут. Ну да. Один раз она выковырнут, ее не надо подстригать, а именно выковыривать с корнем. Дети этого не сделают, это даже делают взрослые. А Никита каждый день где-то работает с нами, потому оказать ему помощь нужно всемерную. Вон, смотри, сколько. Я смотри, такое поле росло, кажется, не пробьешься. А вон оно заканчивается, вон где. Хотя бы до ограды пробить. Ограда валяется тут. Ясно, что некогда. Ну, надо успевать. Ночное время наше. Ну. Потом уже сломать. Вот. И с трех сторон откопал. А это двухдомная квартира. Крапива. Ее можно не трогать. Это хорошая крапива. Ее можно скосить. Вот она, двухдомная такая. Из нее веревки плетут. А? Из них веревочки делать, из крапивы-то. Ну, конечно.
Ну а тут что? Вчера вот пошли, там и показали, как у меня свободный аппарат был. И небрежение. Никита вчера снимал там музыкальную. Ну прям противно даже. Вверх ногами все крутит камеру, какие-то разговоры. Она играет, он в это время сопит что-то там. Ну, небрежение. Делающий дело Господне небрежно. У него это на каждом шагу. Мне это очень не нравится. Доверили это дело. Ливия ведет уроки. Она, видимо, тоже это чувствует. Я говорю, не хочу, чтобы записано. Там тем более тут урок такой. Я говорю, это вчера долго с ней беседовал. А ты даешь пример. Как правильно надо занятия вести. О, смотри, куда вышел. Фактически-то на этой стороне уже все нету. Это двудомное, а это жгучее. Опа! Там какую-то вишенку кто-то отломил и поставил ее в банку с водой. Угу. Но она день-два стоит, а дальше-то что будет? Почему не зарыли-то? Надо, чтобы она корешки пустила, и тогда зароем. Ну вот она рядом пустила. Так вы заройте, она и пустит. Поливайте ее, она сразу будет прослоняться. Гляди, ворона где сидит. На крыше, на лестнице, видишь? А, вижу, да. Угу. Что-то тоже полезное ищет. Она там перышки щиплет свои. Вот. Потом как на уйду. На завтра. Ну вот так вот. Вот сразу же виднеется работы. Очищается двор потихоньку с Божьей помощью. А она все перышки там чистит, ворона. О, сидит. Вот салон у нее свой. Слава тебе, Боже, слава тебе. Ну вот так вот. С утра уже до завтрака трудимся. Ну, слава Боже. Небо сегодня ясное. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя. Наш брат и сестры за водой. Для помывки брата Никиты там в доме. Здесь вот я начал ямки копать. Будет столик для того, чтобы можно было стираться среди недели. Что-то подстирывать. Для общей стирки. До общей стирки в ней. Вот с утра уже немножко попилили, успели. Сейчас вот посмотрим, чем там Марина занимается тоже. Что-то хозяйничает там на кухне. Тоже ласточата вылезли. Не вылезли, вернее, они вылупились. Вот она сидит, насупился. Вот она летает. О, беспокоится на своих детишек. Вот. Блин, тут хозяйничает. Что? Снимаю. Смотри. Так вот. Пойдем дальше посмотрим. Там уж сестры продолжают работать. Брата Никиту в доме порядок наводить. Петух, к сожалению, у брата Никиты умер, сдох, как говорят. Вот единственная курочка осталась, вдова у него. Ходит сама по себе сейчас, бьет, да. Ну еще ты, давай разойдемся. О, давай, трудись. Несет. Ты знаешь, уже вышел на более
большое поприще крапивы. Вот Ваня тут старается. Сегодня его, даст Бог, заберет Сергей Павлович Попков. Домой поедет. Под низ бери, Коля, под низ бери. Вот Тараси тут трудится. Вот Илья, вон Степа. Степа, что ты сидишь? Давай трудись, трудись. Ну что рука? Второй рукой привыкай. Что ты одной рукой-то? Видно, что ты дома плохо работаешь. Это он к вопросу, где Никите. Чудо такое-то. Палку не знаю, откуда деть. Палку. Пристани пока сюда. Пристани к забору. Дальше посмотрим. Все, у нас тут сестрички. Ну что у вас тут? Успехи-то есть? Да. Ну вот уже видно, что тут хозяйки. Ну вот это нашли. Хозяйки побывали. Но это не нашли, она лежала. Все, вы нашли бы. Что-то вы подметаете, подметаете, один участок уже. Даже можно, да, повесить? Да можно пока еще. Ну и что, Агня, дельфинчики отмываются? Чуть-чуть. Сложно. Чуть-чуть, да. Настолько не грязно. Вот они прыгают. Смотри, глаз не сотри. Сильнее. О, пол начал блестеть уже. Как лаком покрыли его. Ну как вам крыленочка? Дядя Игорь нам купил лужков. Хорошая. О, она хорошая, говорят. Паской Христовой. Давай еще много, да? Где-то у Никиты были тут тряпки-то, я не знаю. Надо не спросить. Здесь какая-то тряпочка. Ну что вы, не знаете, то подойдите к тете Наташе, она вам даст задание. Все, не стесняйтесь, работу ищите. Тоже подметайте? Ну там надо замести бы тоже, да. Вот вам поприще, вот, подметайте здесь, вот там с полочек подметайте. Куда пошла-то? Там уже Фрося подмела, не ходи туда пока. Спускайся, она уже подметала ступеньки. Конечно, ты же видел. Ну да, тут кучки собрать, хотя бы убрать это все, весь мусор. Чтобы было не видно, надо вот здесь фанеру. Фанеру, да. Понятно, шторочки, фанеру началось. Так. Здесь прибираться лень, надо фанеру. Так, нам сказали это, ребят. Ну вот здесь наводите порядок. Полочки все это, Фрося, полочки все перетрясите, все что лишнее. Аккуратно сложите все это. Сколько-то убрать надо. Кирпичики вынесите. Там где-нибудь положите их в ограде. Вот так вот. Стеколка. Хорошая. Ну вот так трудятся они. Да, хорошее было деревце. Ой, господи, прости меня. Ну, вот так вот. Вон собачка. Это у Ивана дробота. Собачку свою привез сюда.
Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.